Кен, что ты сидишь-то? Забыл, что ли, нас гости пригласили? За машиной иди, что сидишь? Забыл, слушай, точно. К Маринке с Вовкой сегодня ну, поедем. Да, давай иди за машинкой, сегодня ты за рулем, ты помнишь? А что я-то был сразу? Ну, потому что я в тот раз была, как что. Договорились же по очереди. Блин, ну Вова приезжает с вахты раз в месяц. И я приеду и буду сидеть, что ли, так смотреть на него, как он пьет. Он Ген, ну мы обидится. Договорились, все, я ничего не знаю. Либо давай спорить тогда. Выиграешь спор, поеду я. Не выиграешь, ты поедешь. А как мы спорить-то будем? Ну давай я тебе сейчас отварю 20 пельменей, за минуту съедаешь, значит поеду я. Не успеваешь, поедешь ты. Ну давай, я как раз голодный, есть хочу. Ну вот и отлично, все. Давай, готовь. Так, раз, два, три, время пошло. Один. Угу. И осталось у нас 10 секунд. Это у нас 17-й. Так, погоди. Чего? Да тут получается 19 всего. Да ты что? Ну? 19. Ну, значит, ты проиграл, Гена, все. Да как так-то? Ну, а как? Договаривались на 20 пельменей. Как нечестно вообще. Да и вообще это были не пельмени, а вареники. Ты еще меня специально, что ли, развела? Ну, шутка такая. Ладно, я уж даю эти вареники. Кушай, кушай. Да просто там в морозилке осталось маленько пельменей, вареников, точнее. Не выбрасывать же. Ты уже срок годности закончился. Кушай, кушай. Че? Ну что, сразу-то не сказала? Ну что, доедать-то будешь? Там еще один остался. Иди в баню своим вареником, блин. Да ладно, собирайся. Нас с тобой с ночевку пригласили. Так что оба посидим сегодня, отдохнем. Ты что, охренела, что ли? Что, сразу, что ли, не могла сказать?